Украинское общество Красного Креста было создано во время Первой мировой войны. У его истоков стояли украинские медики и ученые. Община оказывала благотворительную помощь жителям столицы. Сегодня только в Запорожской области под патронатом Красного Креста находится свыше 20 тысяч подопечных. После недавнего сокращения патронажной службы обязанности по уходу за некоторыми жителями нашего региона взяли на себя волонтеры общества. На Хортице организован палаточный лагерь, где инструкторы проводят обучение молодежи, будущих волонтеров. У нас в месяц молодежных мероприятий от 20 до 40. То есть бывает такое, что и по 2 мероприятия в день. И для того, чтобы у волонтеров не было эмоционального выгорания, для того, чтобы они могли получить ответы на какие-либо вопросы, у нас в рамках молодежного проекта будет проводиться вот такой вот лагерь. На протяжении 7 лет Запорожская областная организация общества «Красный Креста» тесно сотрудничает с коллегами из Дании, Франции и Италии. Ваучеры на питание, медикаменты, одежда, предметы личной гигиены, бытовая техника – все это необходимо людям, не имеющим возможности найти постоянную работу и жилье. Ольга Яркова, молодая мама, получает помощь от этой организации постоянно. Первый раз, когда я попала сюда, я пришла без документов. Тогда мне посоветовали, что я пришла, обратилась. Я тогда и сына нашла вещи, и обувь себе. А потом уже начала сама неохотно приходить и находить вещи довольно нормальные, хорошие. А у руководства Запорожской областной организации общества Красного Креста пока главная цель – это привлечь еще больше молодежи к волонтерскому движению. Галина Знаменская, Игорь Бахиркин, ТВ5.